Семена лагинарий птичий домик, лагинария птичий домик, высевают в горшочке для рассады, в мае пересаживают на постоянное место. Декоративная вьющаяся лиана используется для вертикального озеленения, ее высаживают вдоль стен. Любит тепло, яркий свет, не переносит холод, сквозняки. Листья широкие, бархатистые. Цветки небольшие, но основную ценность представляют плоды булавовидной формы. Используют в пищу, а также для изготовления поделок, корзин, посуды. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется выращивать культуру в теплицах, парниках. Для декорирования участка можно посадить на открытом грунте. Лагинария птичий домик – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для топиариев. Лагинария прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания лагинарии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лагинария птичий домик в месяц июнь. Цветок окрашен в зеленый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.